Отошли. Ты посмотри. Смотри, что творят. Ушли. Стрелять начали. Ты смотри, герои повалили мужика, забили, скоты! Вы здесь без оружия, ребята! Да, без, на безоружных нападать с лопом, а на кулаках! Вы пришли в чужое государство! Вы идете на как кулаках, террористы! Давайте, валите отсюда, козлы такие! Твари! Твари! Да, у нас оружие, безоружных легко попадать! Валите нахер отсюда, блядь! Матыря вас есть, дитые, жены есть, что вы делаете? Мы здесь дома, я у себя хожу! Ты что, ты пришел, блядь, что делаешь? Зачем вы пришли? Бабла решили заработать, ёба! Зачем вы пришли туда? Застрели, может, денег дадут, нахуй. Стоять, не заниматься, вот. Пизди. Неужели? Боже, как вам? С оружием на людей, без оружия. Написано, друг на каске. Что это за дом? А Кир знает. Выезжайте. Давай, выезжайте. Домой. Выезжайте. Мы без оружия, действительно, слабо автоматы на людей безоружных наставлять. Домой давайте. Блядь. Валите, блядь. Убивайте, стреляйте в нас, стреляйте в бабушек. Вы только, блядь, с мирным населением можете воевать. Блядь. Уроды, блядь, аморал. Как вам не стыдно? Нацисты вы, а не мы! Зачем вы это делаете? Зачем? Молодой бык вот это вот идет. Вот, блядь, бычара, блядь, ладно. Героям слава! Бык, блядь, это подорожно. Домой! Валите отсюда! Валите! В Россию свою! Некуда он едет! Туда разворачивается! Куда ты едешь, урод? Ты посмотри, куда он едет! Куда вы едете? Выезжайте отсюда! Уходите! Куда вы едете? Уходите отсюда! О, с оружием, конечно, с оружием! С бабами! Воюйте с бабушкой, которая внуками имеет! Да, воюйте, давай, пистолет наставь на меня! Уроды, блядь! Совести, блядь, у вас нету, просто! Наглую заходят в село, Белозерка! Твари! Боже, вам не стыдно? Вы ж молодые, здоровые ребята. Не стыдно? Пистолет на меня наставлять. Не стыдно? Твари вы, поняли? Все. Вы прокляты будете. Прокляты. И ваши дети. И ваши родители. Ага. Кончены. Идите до дома, идите матерям, женам, детей своих кормить. Кормить своих детей. Что вы творите? Что вы сюда пришли? Что вы сюда пришли? Матеря, я сидела. А детям за 2000 долларов? Продажные твари.
большинство... Заработать денег приехали. Да вся Украина видит, у меня прямой эфир. А на кулаках, слабон, с бабкой. Все, они проедут в любом случае. Никто тут не трогает, просто до ума им хочется довести, кто они здесь. Как вы своим детям глаза? Не хочется нормально жить, мыться по-человечески, купаться в банях. Детей своих водить в кино не хочете? Мама, у прямой эфир, не ори. Пожалуйста. Нифига ж не слышишь. Скоти. Просто скоти. Мужики, за 50 баксов не стоит это погибать. Выгонять свои хаты, что я зарабила. С бабами, с белозецкими бабами. Города разбили, детей убиваете, твари, блядь. Что вы делаете? Потерявшиеся глаза. Растили сыновей для защиты, а они нападают, нападают. Нападают. Автоматом я вешался, господи. Это правда, да. Это кошмар. Да я ж кажу, неужели тут вонючим и ходить, чем парить в ванью? Спать с женой в тёплой постели. Нет, по хаткам бегать, по полям. Вы их отстроились! А вы их огороды надо садить. Ноги надо садить. Нет, не стоит. Боже, неужели так можно положить жизнь на такие деньги? Сколько людей убили, что вы делаете? Отсёвается, всё падает. Ой, пацаны, пацаны, ребята. Уезжайте домой, бедни ваши, как же ваши, говорю, их потеряют. Две, груз 200, ботинки стоптаны, носки не мыти. Ай-яй-яй-яй-яй. А вы от кого? Ой, матеря плачут. Спасибо.